Привет, друзья! Мы продолжаем. В прошлой части мы захватили Деплёра и отвезли его... в банду, в зону Золотого Пути. Вот. И в этой части... я вот думаю, что выбрать. Золотой Путь или попробовать крепость ослабить. Захватить. Не знаю, сколько у меня это времени займет и сколько само задание. Но все-таки я хочу попробовать. Возможно, задание будет связано с крепостью. Все может быть, но... Не знаю, все равно. Давайте попробуем. Все-таки... Сначала с крепость захватить. Там уже посмотрим, если это займет не так много времени, то и заодно тогда задание выполним. Так, я заметил, у меня уже 10 очков навыка, но... Не понял. Ребят, вы что тут забыли? Это частная территория, а ну валите отсюда. Охренели, тут разъезжает. Ребят, ну вы... Что происходит-то? Чего не надо? Все надо, все надо. Ладно. Чего, который? Так, какое там расстояние? Что-то не показано. Так вот, я хотел сказать, у меня 10 очков навыков уже, но пока что все навыки, которые мне предлагают, они мне особо как-то не очень. Поэтому... Пока что ставлю до лучших времен, кретины. Хотя я сам виноват, еду не по той полосе. Блин, о чем он так говорит, я вообще не слышу. Кто там убивает и срет? Так хочется того чувака догнать на красном, в красной футболке, но... на квадроцикле. Крепость Деплёра ослаблена, окей. Осталось два устройства сигнализации. В смысле, она ослаблена? Я просто их главаря захватил. Чем она ослаблена-то стала? Я вижу, где можно забраться. Попробуем пройти тихо. О, нет. Пробрались тихо. Кто-то тут уже был смелый, я смотрю. Заткните шавок своих. Кстати, что-то помню, давать должны за кручение вот этой штуки. Так. Ну, погнали. Сначала осмотримся. Фига минометы. Минометы. Снайпер. Главное, правильно... Устранить народ, чтобы один не заметил, что я убил другого.
Нифига у него там бронежилет. Понеслась. Подкрепление. Кто нажал кнопку? Нифига их там двое. О, отлично, один отлетел. Второй отлетел. Чего? А почему я их слышу? Ох, красавчики! Блин, накрыло гранатой. Я думал, они там так и будут сидеть, а я... Да блин, вы заколебали с воздуха приближаться. Пока! Фига себе. Заткните собак кто-нибудь. Да вы издеваетесь? Сколько они еще будут летать? Или мне надо сигналку за это? Давай, открывай дверь. Не откроешь? Ладно. Собака, отвали. Блин, я ничего не понимаю. Как мне их убить, чтобы они постоянно вертолеты не посылали? Блин, промазал. Ну где этот вертолет? Иди сюда. Блин, а. Гранат уже не осталось. Блин, мне надо сигнализацию отключить или что? Объясните мне, что мне, как мне, чтобы они перестали постоянно подмогу посылать. Он там несет. Так, где снайпер? Пока, ребята. Вот и все. Варшакота захватили мы! Интересно, а если бы я попытался на крепость напускать, дабы деплер там был, либо или мне бы не позволили. А, теперь солдат не будет аванпост атаковать. Отлично.
Самое главное, гирокоптер у меня. Куча заданий. Так, все понятно. Ладно, садимся на гирокоптер и летим на основное задание. Также мне надо будет сейчас закупиться заново патронами и прочей хренью. Итак, приближаемся к убежищу, к одному из убежищ Золотого Пути. Интересно, что же там с Деплером они будут делать? На кол его посадят. Так, с какой стороны это лучше заходить-то? А, это же, подождите, это что место, где мы эти плантации сжигали? Я не узнал вас в гриме. О, Мита тут тусит. А Сабалги? Что с тобой? Думаешь, это легко? Да. Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слышу за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщин. Чё с Деплёром-то? Скажи, может, это не моё? Да, твое место на кухне, у плиты. Это они слепы, или... Или я чего-то... Не понимаю. Амита, чё у тебя с волосом? Слушай, помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Ну, вообще-то, что-то я сейчас вообще никакого выбора не вижу. Что вы мне скажете и... А, нет. Опять. Выберите Амиты. Чайные плантации. Я не понял. Ну-ка, давайте поточнее узнаем, что надо сделать. Я готов. Отлично, я рада. Нужно захватить завод Нур, но не разноси его. Он пригодится. Аджай, там охрана. Будь осторожней. Да ладно. Я-то думал, я сейчас просто зайду и скажу, этот завод мой, все. Ну, захватить, ладно. Пока выглядит нормально. А ты что скажешь? Пинка такой под зад. Пам! Амита все рассказала про фабрику. Что и тебя наплакалась. Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути. Первой женщиной деревни, ну да. Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат. Героин — это смерть. Сам знаешь. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. То есть она... Кирпичный завод... Который строится после игры Outlast и прочих хорроров. Ну блин, опиум это плохо, ребята. Хотя, насколько я понял, здесь они им особо жить не на что. Вот они и промышляют опиум. Да. Но с другой стороны, как бы... Плантации мы уничтожили, а завод как бы на всякий случай пусть останется. Может, там что-то и потом можно будет производить.
Не обязательно этот опиум. Давайте я задание Амид на этот раз приму. Типа завод оставим, но дальше будет, типа, пусть они там разберутся. Ведь можно же договориться, там, опиум не выпускать, а что-то другое. А если я разнесу завод, что, все, ничего нельзя будет сделать. Как бы разрушить всегда можно успеть, а вот создать труднее, поэтому... Приму задание от Амиты. Так, повстанцы, где вы там? Ну, вы можете высказать свое мнение на этот счет про завод и прочую хрень. Я, конечно, не знаю, как они здесь дальше будут, как пойдет процесс кампании, там, что я не уничтожу завод, там, Собал будет в гневе и прочее. Ну, блин, уничтожить всегда можно успеть, я не знаю. Вы сначала разберитесь, как вы на что жить будете, а потом уже там... Опиум, не опиум, а то предлагаю, там все уничтожь, а как вы потом жить? Хотя понятно, что наркота это не выход, и промышлять ей не следует. Но переназначить работу завода, я думаю, всегда можно. Ладно, погнали к повстанцам. Как я прибуду, мы с вами встретимся. Подлетаем мы уже, почти дошли. Уху, бреющий полет. Да я вообще один могу все сделать, нахрен мне подмога. Привет, братва. Амита сказала, ты с нами. Да. Больше патронов. Хабильдар ждет тебя на холме. Блин, чё ж вы раньше-то не сказали, как дебил уже закупился? Все, не надо мне ничего. Кто Хевельдар? Где он там? Как тут быстрее это забраться? Зачем он так высоко-то забрался? Чем пониже не мог сесть? Кстати, тут вышка что ли рядом? Это ты, Хевельдар? По-вашему, сержант, да. На заводе стоят генераторы. Без них там нечем дышать. Уничтожь их, чтобы выкурить солдат. И постарайся не разгромить завод. И еще. Их главный химик-технолог, он был одним из нас. Амита просит его убить. Окей, без проблем. Так, выключить генераторы, говорите? Ну ладно. Опять все делать. Кирпичный завод! Да, сейчас это название имеет двоякий смысл. Че, где все солдаты? Один что тут патрулирует? Слоняра может... Ага, вон еще один. Слоняру может взять. А, и патруль он есть. Патруль, так, окей. Патруль времени. А где сами-то генераторы? Подорвать что ли их? Или не торопиться пока? Блин. Ничего у меня тихо не получается. Слоняр, давай. Подмога, блин, заколебали. Чего сразу подмогу? Трусы.
Есть. Попали. Шавка, а ну-ка, шатсель. Ух ты! Блин. Да вы чё? Ну... Ай! Твою мать! Они шумные... Отдай, я вижу генераторы. Ну неужели, наконец-то? Нифига там толпа бежит! Я тоже вижу генераторы, наверное. Интересно, от сложности зависит поведение солдат, как в Far Cry 1. Блин, я попадаю вообще, нет. Ё-моё, опять что ли встал за эту хер? Нет, вроде не стоит никто. Так. Ё-моё! Откуда граната прилетела? Перебежками, перебежками. Убил, что ли? Так, стоит. Ах ты гад, ты меня зацепил! Дробаш, дробаш, дробаш! Убить тебя будет просто граната! Эй! Так, вот три генератора, окей. Это не я! Долбали. Так. Я тут как на ладони нафиг. А чё эти места тут обозначены? А вот он. Первый отрубили. Так. Слон тут задницы свои. Пока они меня не видят. Ага, вас там, я не знаю сколько, 20 человек. Так, это можно отключить? Может, оседлать погрузчик? Патрончики?
Блин, вот от моего автомата не дают патроны. Чем вот он и плох. Все, последний генератор, давай. Химик, ты где? Испарение их выкурит, а меня они не вкурят. Фу, блин. А где этот-то? Есть какой-нибудь противо что-то? Я, чё всё закрылось? Фу, блин. Хоть про... Я не знаю, респиратор хоть какой-нибудь. Химик чё? Типа такой давно работает, и уже к этим химикатам не восприимчив такой... Как свежим воздухом дышит этим газом. Ой. Да. Что за хрень была сейчас? Какие-то розовые испарения пошли из глаз. Промазала, конечно, так. На-на. Чё это такое? Чё за глюки у меня пошли? Блин, ещё музыка из дискача, блин. О, господи, красная зелень. А куда мне идти, подскажете? Я вообще не пойму совсем. Это что, у меня глюки или что? Откуда такие вспышки? Это газ так на меня влияет? Классно, одним выстрелом двоих сразу. Кстати, а где мои жизни? Я не вижу их. Точно глюки какие-то. Привет! Shut up. Блин, а я вообще его убил? Блин, он же не был отмечен. Что-то мне кажется, я просто обычного чувака снес. Блин, комп железный, смотрите, вообще не разносится. На совесть сделали. Или выйдите теперь. Не понял. Точно херня какая-то происходит. Это
же газ. Чё, ед ебу какой-то? Отдай, этот химик был нам нужен. Ты же сказала убить его. Пора уничтожить завод. Великое пламя отметит вознесение Бхадры. Сама поняла, что сказала? Мы закладываем взрывчатку. Выбирайся отсюда. Чё за хрень? То, блин, оставь завод, потом уничтожают. Жесть, что происходит? Идиотизм. Выбираться отсюда. Фу! Из этого бреда надышался всякого амна. Может, это все глюки? Никто ничего не... Надо выходить. Просто... Аджай, кажется, меня вштырило. Это все дым, неважно. Душа моя радуется. В золотом пути. Наконец-то мы сможем восстановить Геран. Кто бы мог дать Сабалу каплю разума, чтобы он понял? Что такое Дабл В? Это кто? Уиллис? Че, не вылез из Far Cry 3, который влез, а потом вылез. Разум Сабалу, Сабалу разум. Вы уж сами потом разберетесь, стоит ли оставлять завод, не стоит. Пока что пусть он стоит, можно использовать его на другие блага. Я пока не собираюсь его уничтожать. Сейчас мы все поуничтожаем, а потом что делать? Хрен кто разберет. Ладно. Завершаем. В следующий раз. Ну, я так понял, вылез это может... Хотя нет, написано обычный задний дополнитель. Ну ладно, тогда посмотрим, что за вылез. Хотя может... Так... Да нет, тут никто не появился. Посмотрим, что за вылез. Все, всем пока. Увидимся в следующей части. С вами был 584.